Всем привет, друзья! Друзья, товарищи! Как говорится. Похаваем селедку, короче, с картошкой. Я тут, кстати, да, ты заметила видео? Смотрю и все говорю. Все свое, все свое, все свое. Ну, селедка не своя, селедка магазинская. И с пивасиком. Пивас вам не покажу какое. Ну, шоп не рекламировать. Шоп, да не шоп. Тут у нас Кеха еще с нами сидел. Он улетел куда-то. Ну, вкусно, да? Угу. Владик там сегодня наскал 900 рублей. Там такая тортилья маленькая. Как уебично скручена, короче. Не как лаваш, знаешь. Типа вот так загнута и вот так вот. Она просто вот как конфета, из двух сторон вот так как фантик, знаешь, закручена, блядь. Ну и заморачивался, видно. Пиздец, вообще. Я смотрю, вот там все смотрите. Хоть видео начали смотреть. Знаешь, по теории вероятности, ну, это может просто у меня видео больше появилось. Попробуй еще. Да. Значит, мне не повезло, раз у меня нет этих способностей. Пока что. Нет, ты не прав. На самом деле, никто не знает, почему одних они есть. Ну, картошечка-то своя. Возможно, мы на новой стадии эволюции, поэтому... Еще дымится. С укропчиком. Укроп тоже свой. Вот что свое и говорю. Можете верить, можете не верить. Ему нужно внимание, а ты с ним, я вижу, совсем не играешь. Все равно. Иди поиграй с мамой. Лук уже не свой. Ну уж сожрали. Кеха прилетел. Ну, видите? Красавчик. А, все, он улетел обратно. Мне же такую на шляпу, как у этого Джек Воробей. И месяц песню такую включить. Я уже только не помню мотив, как там говорится. Надеюсь, мне ты не станешь такой. Вот так вот. Не беспокойся. Надеюсь, ты не станешь мне такой нести. Пока. Сейчас он еще прилетит, посмотрите. Он вот тут себе грудину всю вырвал. Что осталось? Да, конечно, все равно увидит когда-нибудь что. Но мы его не мучаем. А он сам себе все выщипывает. Он просто вот такую еду хочет жрать. Жалко ему уже не давать. Да. Да у него уже просто лет прожито вообще. Он уже сколько там, 7 лет живет? Как будто бы. Не 5 сколько. А сколько они живут? 12? А это Светка что-то сегодня говорила, Люба-то, когда вот ты приходила, ты когда я писал. Ну, это раз работа. Ну, черепаха тебе потом 20 лет дожила. Живет почему-то. Живет, ну, в смысле, да? Она была маленькая, сейчас хоть 20 лет. А вот эти вот, которые большие черепахи, они вообще, да, 120, 130 лет, там даже, по-моему, 170, они живут некоторые. Ну, вот, которые такие, это. Не слышала? Ну вот Женя хочет пепельницу сделать из черепахи. Ему вот такую надо. Там и мыться можно, ванну принимать сразу. Видео долго записывать не буду, тоже минут 10 запишу и все. Потому что пока что ничего не пишете, вам, видать, и так устраивает. Да, мы сейчас тут все создаем. Да, ну. Раньше. Вон Кеха прилетел. У другого пирата сидит. Кеха. Где я тебе покажу? Кеша. Кеша летчик, я его сейчас называю уже. Но он пока что летчик. Пока летает. А потом что, пешеход был? Ну, но он и пешеходом, кстати, бывает. Пешеход устраивается. Уверенность — это не просто когда знаешь, что справишься. Кстати, тоже это когда знаешь, что справишься с чем угодно. Это курево сегодня. Что-то, говорю, хуёво, но тянется у тебя. Ты готов. Я, говорю, тоже думаю, что это хуёво. Я сильно затянулся, там прямо горю уже пошло. А, да. Ну все, фильтр, значит. Она его когда меняла? Нет, так она вообще меняет раз в месяц. Я, кстати, когда брал, помнишь? Я вот тоже не помню. Я первую запоминал, а потом что-то я перестал запоминать. Семнадцатого? Это нормально, вот это нормально, только 3 недели. 17-го, вот уже через неделю будет. Сегодня 11 число. Там все, кто говорит, завезли что-то новое, эти заводы. Ну, разберут, не разберут эти, блядь. Жижу? Ну, блядь. Там тогда разобрали, это, когда я заходил. Будет это жижа всегда. Да, там нету вот этой, которую, блядь, я курю. Там есть, нахуй, за 550, мне жалко, нахуй, 550, блядь. Нахуй, нахуй. Хорошее всегда случается с теми, кто рядом с стремится. Так вот, я там смотрел же, на сайт заходил, там 4 вида кофе, и кофе разных, капучино там, с чем-то еще, короче. Вон он прилетел. Вон, видите, у него грудина? Это он сам себе вырывает, бешеный попугай. Но он ничего, нормально вообще, он вообще бодрячком. Кеша, Кеша, скажи, Кеша, Кеша. Ты че, красавчик? Что, ноздри мальчик? Будь здоров, не болеть. Чихнул он. Слышали, не слышали? Да, я не слышала. Он сейчас дым, если увидит, улетит сразу. Он вообще его боится. Он так на нее смотрит. Че, говорит, за хуйня? Где пульт-то? Вот тот, что ли? Пиздец, я сейчас подмышку там показал. И все прокомментировал. И вот, сука, потише. Да, там никто не видел. А зачем ты потише что сделал? А вдруг там не слышно ничего? Ага. Думаю, ты хочешь, чтобы Кеха послушали? Ну и Кеху послушать. Он же так не говорит, когда что-то слышит. Да он пока еще не хочет разговаривать. Он когда хочет, он сразу же начинает ораторить. Ну, ему семечек нам просто. Вот видишь, вот это вот, наверное, белая картошка, да? Не, или которая вот такая желтая, это красная, наоборот. Кажется, это красная, наоборот. Ну, да, это красная, наоборот. Ну, чуть-чуть, да. Все. Лука-то уже все, уже нет лука, как будто бы. Вкусненько, да? Кеша, котик крыс. Вот та, да, вкусная картошка. Давай его возьмем это. Возьмем. Ну что возьмем? Картошку там. Где? Присутствие твои. Ну, ведро. Что, посадим так вот? Угу. И будем только там копать. Я кучусь. Да я шучу. Не, просто. Не, ну земля разная, может, да, другая какая-то вырастет, да? Или там ей похуй. Не знаю, как бабушка удобрять будет. Вон он. Вон, смотрите, он пивас хуярит. Видите, он глушит. Да все, не отвлекаю его. На. А я откуда буду пить? Да он не пьет, он моется как будто. Хоть дизлайки кто-нибудь поставит. Кеша хороший? Конечно. Вот, он пошел сейчас рыбу есть, он же пивас, он на нас смотрит, короче, и так же делает. А теперь тут. Тут да там. Да не, вы не думайте, мы его не обижаем. Он хороший. Он просто привык уже нашу пищу есть, человеческую. Да. Он даже орет уже, когда мы его не пускаем. У него паника начинается. Он вон уже ныряет. Кэр, ты что, замужаешь? Ну, блин, на них хвост вот так торчит. А, не, он там видит, он там летает туда-сюда. Бешеный. Бешеный попугай Кеха. Лысина-то у меня, смотри, тут вообще сверкает. Че, говорит, наполировал? Ты жир. Надо сегодня посмотреть это, да, Динваз ТВ. Что там? Ну, видео-то там. Че они там еще, где живут, что они. Мне что-то, ну мне вообще понравилось первый раз, когда посмотрел, интересно, просто так все рассказывал. Там. Смотрим там канал один. В Китай они переехали, семья живут там. Сколько? 7 лет? Ну 8 уже лет будет. Да. 8 лет уже будет. Пока что. Че, налить хочешь? На, наливай, чтобы нахуй не... Нахуй. Ну типа ходили. Да я там уже где-то уже налил. Да и зачем? Да все равно нахуй. Мы же не женички, блядь. Нахуй это надо. Так что, а вы, кстати, тоже это, пиво не пейте. Оно вредно для здоровья. Мы дешевле пьем. Как будто бы опять все тормозит. Почему мы квас пьем? Ну, дюшесовский. Дюшар. Не, квас. Вон, видите, квас? Даже пены нет, это квас. Это какой цвет? Типа янтарный, да? Не знаю. Ну, а есть такое пиво янтарное? Есть. Ну, оно каким цветом? Да. Каким-нибудь? Угу. Бешеная, блядь. Вот, вообще с видео, он уже 13 минут идет. Вообще вам тяга, да, сейчас будет? 15-минутная. Лучок сочный вообще, да? Лук, кстати, вообще до этого брали, он такой вообще беспонтовый, да? Какой-то кожура такая толстая у него. Жесткий, да. Ну, а этот прямо сочный. А, кстати, а что тогда делал? Капусту, да, по-моему, это. Салат с капустой делали. Салат с капустой, да, я его, короче, мелко нарезал. Ну, там помять надо, я мяло прям, там прямо сок с него лился вообще. Ну... Вон этот опять все там нахуй. Чесантин все долбит, блин. Ты че долбишься? Иди сюда, Кех. Кеша. Кеша летчик. Летчик. Летчик летает. Он вообще летчик за летчик. Они уже мясом как будто уже вяленый нахуй. Кех вяленый летчик. Ну иди сюда. Сахар пошел есть. Я его чуть-чуть сегодня насыпал. Он не может, он, видишь, прошел. А если кофе тут поставить, он не проходит. Он, кстати, почему-то всегда не шел туда прилететь, он всегда тут приземляется. И он не может пройти. Я сколько раз видел, мне тогда становится, я ему отодвигаю. Ну, проход ему делаем. Он игру логическую вообще не придет, если ему включить. Проход к сахару. Он вообще там запутается сразу в ней. Но это Кеха, ну че. Он, кстати, сейчас не разговаривает, он так-то вообще говорящий. Да у него тут дела, ну, пока некогда. Но он так не разговаривает, когда это его просить. Мы вот бываем просто так вот. Сидим, что-нибудь делаем там. Он тогда летом вообще сел на сушилку у окна. И что-то там говорит, его как понесло, он там вообще пиздец. Он всю эту, блядь, словарь-то это там, кто там, писатели словаря-то? Там два этих автора словаря-то. Даль. Ну не Даль. Не этот словарь, другой, это толковый, который словарь. Он там все пересказал, ну. Он там спешишки, пишишь, блядь. Он, кстати, говорит, что он красавчик. Ну, это, конечно, пиздеж. Он так-то вообще не красавчик. Он думает, что он красавчик. Красота еще та. Вам, кстати, если не нравится, что я через раз матерюсь, так вы скажите. Я еще буду больше материться. Пока что. Там фильм идет. Звездный десант смотрели. Он 86-й год, что ли, да, по-моему? Фильм вообще нормальный. Фильм моего детства. Ну, я его, конечно, не знаю, как операцию наизусть. Операцию вообще наизусть знаю. Так, на еще картошку сюда. Пока что. Рыба-то была в масле и в уксусе, видимо, маленько, да? Ну, я не знаю, не чувствую уксуса. Мне кажется, есть спинка. Вон, смотри. Смотри на эту красоту. Сейчас насрет. Он сейчас насрет на меня. Без палева. Киша. Видите, он мех поменял под цвет моей футболки. Кеша. Видите, у него грудина. Это вот он себе выщипывает. Он бывает орет вообще, мы ему говорим, хватит, что делаешь-то? Но он щипается себя. Сейчас напишут, как его вылечить. Ну, напишут, когда это послушаем, посмотрим. Ну, может, что-нибудь сделаем. Витамины не помогают. Мы уже мазали его, там вазелин намазали, там, как говорят. Масло. Да, вазелиновое масло специально. Витамины ему давали. Витамины всякие. Но он говорит, я, говорит, буду пиво лучше пить и рыбу жрать. Мне, говорит, витамины не нравятся. Но он уже вот так, сколько уже без перьев ходит? Ну, до полтора. А это может, кстати, порода такая, вот знаете? Ну, шкуру скидывают там. Ты только что придумал. Ну, он может... Будь здоров, чихнул он. Он может шкуру скидывал просто. Вот чешется опять. Начесывается там летическое. Кеха. А, поешь. Это он уже к вам полетел. Может, говорит, у вас что есть? На. На. Билку будешь есть. Укроп ест. Ну, витаминчик. Ну. Вилку вырывает вообще. Ну, да, говорит, не вилку. Выкинуть ее хочет, балуется. Ну, играешь таких? Ну, смотри. А я, говорит, когда буду? Позже. Подругу машину найти. Блядь, пиздец, я запиваю как чайная. Да. Ну ладно. Кехе привет передавайте. Пишите там в комментариях. Кеха, привет. Если напишите, я потом, я буду с Кехой. Я буду с Кехой всегда тогда есть. Ну ладно, давайте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока и до завтра.